Вы знаете, гнев может быть праведным, когда он, ну, понятно, что не разрушает. Он не разрушительный, он не переходит в ненависть. Вот. Он это реакция на что-то неправильное. То есть, смотрите, праведный гнев, он не эмоциональный. Я обращу просто внимание на эти слова. Праведный гнев, он не эмоциональный. Вы знаете, mm-hmm. вот, может, вы лучше поймете, я думаю, вот есть осуждение, а есть констатация факта. Какая вот, разница? Вот, я да. думаю, такая же. Знаете, когда ты оцениваешь человека, просто вот он приходит, говорит, можно дать характеристику человеку. Это осуждение, такие позитивные стороны, такие негативные. Это не грех. Ты это просто оценка просто, да? Да. А вот когда это ты говоришь, он такой, такой, он то, когда ты включаешь сердце, сердце чувствует, где эта граница. Угу. Еще не грех, и уже грех. Угу. Вот в такой момент, да, вот когда включаешь сердце, когда включаешь эмоции, вот тогда это уже грех. Вот ты должен чувствовать вот в этот момент, прислушиваться к своему сердцу. Ты поймешь, где трезвение. Еще не грех, да, да а где уже трезвение. Грех. Вот это трезвение. Угу.